Мы очень рады видеть у нас такое большое количество зрителей. И если сегодня я в костюме кролика, это значит, что уже целых 13 дней по нашей стране идет 2023 год, год кролика. Но в нашей-то стране все не так, как в других. И мы единственные в мире, которые отмечают Новый год целых 2 раза. Поэтому у вас есть уникальная возможность продлить себе сегодня новогоднее настроение, подарить себе то, в чем, чего вам не хватило в настоящий Новый год. Поэтому будьте сегодня как дома. Первый шаг у нас уже сделан, шампанское вам подано. Ну, а остальное зависит все от вас и от тех, кто сегодня находится на сцене. Естественно, что новогоднее настроение мы создаем себе сами. Поэтому я вас очень попрошу не стесняться, улыбаться, смеяться, общаться, аплодировать и, конечно же, подпевать свои любимые песни. Ну, а, конечно, хоть мы с вами и взрослые, но детство все равно в нас есть. И мы с вами ждем подарка от кого? От Деда Мороза. От Деда Мороза. Но Дед Мороз просил передать вам большой привет и сказал, что он приготовил для вас сегодня прекрасный творческий подарок, который называется «Как на старый Новый год». Итак, мы начинаем. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы традиционно, уже могу сказать так, открываем наш праздник. Почему? Потому что Новый год, правда, это светлый праздник, который хочется его всегда праздновать, всегда хочется радоваться, петь, танцевать, плясать, ну и все, что к этому полагается. Ну, поехали. На дворе у нас январь. С любовью встретиться, проблема трудная, планета Венера. Или мне
замечательные советские хинокиты. 73-й год, Иван Васильевич меняет профессию, песню исполняла Светлана Кучубаева. Ну а сейчас скажите мне, самый-самый новогодний фильм, который мы смотрим каждый год? «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Конечно, «Ирония судьбы» или «С легким паром». 1976 год, как давно он вышел. А мы все его смотрим и все поем и поем. Итак, поет Евгений Абдрахманов песню из кинофильма «Ирония судьбы». Ария московского гостя. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. Жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены. Год зайчиков. Да. А где у нас зайчики? В лесу. В лесу гуляют. И поэтому еще одна песенка про зайцев. Как же без нее-то в этот год? В темно-синем лесу я трепещу осенью. Из дубов колдуну опадает листва. Зайцы полночь траву на поляне косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы волшебную готим при траву, а дубы колдуны что-то шепчут в тумане. Из поганы в полу чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трым траву на поляне, и от страха все быстрее песенку пою. А нам все равно, пусть
ты, и как дважды два. Если мы у нас, а мы труд и час, будем их, котик мы трава. Спасибо. Благодаря музыке мы с вами сейчас в 60-х, 70-х годах. Но когда у нас заканчивался «Голубой огонек», вот кто-то, наверное, помнит, еще кто-то был тогда маленьким, наши родители ждали следующую передачу, которая была «За голубым огоньком». Она называлась «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Совершенно верно. Итак, новогодняя ночь продолжается. «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Гэри Мур. Поет Анна Пайзелина. Oh,
продолжаем мелодии и ритмы зарубежной эстрады, потому что Прибалтика всегда, а тем более сейчас, всегда была у нас немножко за границей. Ну, а на Рижском взморье всегда воздух. Что? Молодцы! Симона поет Евгений Абдрахманов. Речка с моря, воздух свеж, там бродит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет, там девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты, лучше девушки нет, нет, нет. Ее картины, но просто блеск. Она богиня среди поэтесс. Играет в теннис и баскетбол. Слушает Баха и рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты, ой-е. Симона, королева красоты. Она прекрасна, как морской рассвет. На этом побережье лучше девушки нет. Внучка в школу идет. Симона, девушка моей мечты, oh yeah. Симона, королева красоты. Да девушка Симона меня любит и ждет. Эх, Симона. Спасибо. Следующая песня о любви. Я так думаю, что песни о любви вписываются в концерт любого времени года. Тем более, что там есть одна примета, которая тоже бывает зимой. Это «Оттепель». Самое ты выслал.
ко мне, хоть по краешку, хоть на миг пролетел пол страны. Я в тебя упаду белым камешком, в глубину твоих глаз неземные. Все девчонки и мальчишки Советского Союза 80-х годов и пели ее во дворах под гитары, под свои неумелые аккорды. Итак, песня Владимира Маркина. Как она правильно называется, я так и не знаю. «Вижу тень наискосок». «Вижу тень наискосок», да. Мы сегодня не зря вот такие песенки взяли, потому что, ну, они добрые, веселые и душевные. Можно было, конечно, да и там по-роковому, но мы сегодня решили расслабиться. Чтобы стало в ней простой ничок, чисто чистый, как весенний сад. Вижу тень наискосок, прижими с полоской мило. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Вижу тень наискосок, прижими с полоской мило. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Я-то думал, что я влюблён, я твоими чёрными очами. Но тогда как птица, как лён, вижу тень наискосок, рыжий веник с полоской лила. Я готов целовать лицо, по которому ты ходила. Вижу тень наискосок, рыжий веник с полоской лила. Я готов целовать лицо, по которому ты ходила. La 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 la
писать, извинись. И терпеть не будет сердце соловей. Не целуйся, слышишь? Не целуйся! Не целуйся без любви. И руки наискосок, рыжий веник сполз каива. Я готов целовать песок, пока дома ты ходила. Вижу день наискосок, рыжий веник сполз каива. Я готов целовать песок, пока дома ты ходила. Вот такая немножко измененная песенка. Мы сейчас группу «Флагман» ненадолго отпустим отдохнуть. Это для вас пела, кстати, кто не знает, группа «Флагман». А теперь вплотную я займусь с вами, потому что что-то плохо вы подпеваете. Ну, сейчас модно всякие передачи такого формата, типа «Поем на кухне всей страной». Да, знаете, такие там, у Малахова такая передача. Вот. У меня для вас сегодня очень интересная песенная такая перепойка. Перепойка. Не путайтесь, перепейка. Я вам сейчас буду задавать вопросы, а вы мне будете отвечать строчками из песни. Договорились? Да. Заодно немножко и горлышко прочистим, потому что дальше придется снова подпевать. Итак, про что нам споет песенку Людмила Гурченко? Я спою песенку про пять минут. Вот. Пять минут, пять минут. Так, бой отлично, отлично. Так, будьте добры, помогите мне, откройте мне, пожалуйста, мой волшебный мешочек. Да, у меня там есть для вас сегодня что-то. Да, вот молодой человек первый спел. Возьмите, пожалуйста, свой приз. Спасибо. Слушайте внимательно. Подпеть, не сказать. В чем солила снежки зима? А спеть кто будет? А снежки солила. Вот, будьте добры, дайте приз женщине. Так. Аплодисменты, пожалуйста. Следующий вопрос. Возле этого не кружила малышня. Спеть надо. Снежной бабы. Снежной бабы. Так, Миша. Не была бы на... Дядя Миша. Отлично, молодец. В чем заключается проблема трудная в песне «Звенить январская вьюга»? С любовью. Второй приз не дам. Проблема трудная. Вот этой вот женщине, которая рядом подпела. Так, задние ряды, пожалуйста, активнее. Я вас очень... плохо слышу. Что кроме цветных шариков есть на елочке? Нет. Правильно, передайте, пожалуйста, приз. Туда подальше передайте. Хорошо. Следующее. Вопрос. Они плывут мимо в песне где-то на белом свете. Нет. Бегут солетия. Так, еще приз. Ксюша. Пожалуйста. Аплодисменты. Что везет лошадка в песенке «В лесу родилась елочка»? Дровь. Ну, трудно спеть? Весь. Молодцы, молодцы. Коллективный ответ, никто приз не получает. С букетом каких цветов заявился Дедушка Мороз? Вспоминайте новогодние песни все. Или подснежник. Ну, вы у нас грамотная, то ладно, пожалуйста, и вам приз. Так, и наконец, последние. А нет, не последние. Что случилось с домами в песне «Три белых коня»? Внимательно вспоминаем. И что-то нахохлились дома. Ну, Миша, опять ты все знаешь. Так, да, мы тебе теперь чупа-чуп сдадим. Дядя Миша. Ну, много отвечают, ну что же, как же мы его не ответим. Так, и, наконец, последний вопрос. Когда муж обещал вернуться домой в песне «Ой, мороз»? На закате. Я, давайте вместе. Я приду домой.
домой на закате. И что сделаем? Ну понятно, но я думаю, девушка по-честному заслужила свой приз. Пожалуйста, все друг другу аплодируйте, вы молодцы. Ну, а мы готовы продолжить наш концерт? Готовы, да? И встречаем дружными аплодисментами наш следующий музыкальный коллектив. Ночной трамвай. Сегодня это очень хорошо. Вас приветствует группа «Ночной трамвай». Ну и первая наша песня также и называется. Воспоминаний остановка.
Браво, Анна Геннадьевна! Спасибо, большое спасибо. Сегодня у нас дебют. Как праздники-то прошли? Ну, это хорошо. Некоторых идут. Всегда должно быть весело. А сейчас мы вам покажем немножечко классики джаза. Пробежимся немножечко по стилю. Сейчас у нас было немножко джазовой баллады, а теперь боссанова. Кто-нибудь знает, что такое боссанова? Да. Что? Все любят боссанова. Ну тогда сыграем. Василий, подай голос. Василий!
рассвет. Грей старый паркет и сразу же после шести даю тебе слово уйти, хлопнув дверью по пути. Масочка специальная, если не заснуть, то как бы на утро бодрый, красивый, ухоженный, кожа подтянута. Говорят, помидоры, но... Да? Ну это все на уровне слух. А мы продолжаем. Пусть Новый год будет добрый. Тишиной, мой мой.
Сейчас сцену занимают аборигены Троицкого рока. И мало того, сцены Центра культурного развития «Энергетик». Происходит небольшая ротация. Сейчас мы продолжим, и будет третья часть нашего концерта. Как на старый Новый год, мы сегодня с вами вспоминаем, что же у нас интересного и нового происходит в Новый год. Сейчас буквально вот еще 2 секунды. Давайте ладошки свои разомнем. Так, давайте аплодисменты на 1 балл. Вот как в школе, да, на 1. Теперь на 2 балла. На 3 балла. На 4 балла. На 5. Ну, а теперь давайте бурные аплодисменты. Бурные продолжительные аплодисменты. А вы знаете, что когда мы с вами хлопаем в ладоши, у нас активизируются точки хорошего настроения, которые вот здесь вот, в которых тоже вырабатывается адреналин. Поэтому вы похлопали, у вас поднялось настроение. И я так думаю, что сегодняшний праздник у вас не закончится здесь, а продолжится, наверное, дома. Кто-то пойдет гулять, кататься на горках, кто-то пойдет за праздничный стол. Есть у нас такие? Конечно. Вот. Поэтому, я думаю, у вас есть возможность достойно закончить новогодние праздники, и к тому же впереди 2 выходных, можно еще их потратить с пользой для здоровья, в снежном городке в нашем побывать, в город съездить, на горках покататься. Ну а также, наверное, можно, кто у нас любитель, съездить на рыбалку, потому что наша следующая песня будет посвящена этому прекрасному времяпрепровождению. И открою вам секрет, наш солист Евгений Абдрахманов обожает это дело. Поэтому сейчас прозвучит песня для вас, которая называется «Рыба моей мечты». Да, люблю я это дело, рыбалку я люблю. Сядешь с удочкой в лодочку, нальешь 50 грамм, достанешь бутербродик. И так здорово, и кажется, жизнь удалась. Ну, мы уже готовы, да, ребят?
Ну вот вроде колоночку заменили, я думаю, что сейчас звук будет получше всякого 30. И, честно говоря, нисколько не хуже, чем сам Лепс. Итак, слушаем следующую песню «Тебе 18». Спасибо большое. Ну, вот эта песенка меня когда-то затронула, да? Что «Тебе 18». Поехали, поем. Все выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у меня подруг. Знаю точно, там не север, а где юг. Но тебя увидел, сразу все забыла. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же
твой пожар не потуши. Ты со мной готова каждый день делить, даже если и придется вдруг послушно быть. Может, стоит сразу обо всем забыть, минув якорь где-то тихо, мирно плыть. А меня ты знаешь просто так, не изменить. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, и ты же так красиво, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться, ты просто шанс от скуки, и не зачем наша. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, и ты же так красиво, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться, ты просто шанс от скуки, и не зачем наша. Концерте вы видели замечательных солисток, и сейчас вновь на сцене Анна, очень разноплановая певица, которой по силам жанры от народной до джазовой песни, и сейчас в ее исполнении прозвучит песня из репертуара Юты, которая называется «Хмель и солод». Thank you.
Я даже встану, чтобы сказать следующие слова. Группу «Флагман», я думаю, знают практически все население поселка Грэс. Ну и города. Ну, в основном поселка Грэс. Я знаю, что десятки девчонок были влюблены в участников этой группы, в солистов. Но уже все выросли, и группа уже не в том составе. Но тем не менее, приятно слушать произведения, которые были написаны участниками этой группы. Прозвучат сейчас две песни из репертуара «Старого флагмана». Раз, два, три. Нельзя сказать, что я был не, но мне пришлось учиться говорить. Нельзя сказать, что я был глуп, но теперь я слышу совсем не так. Нельзя сказать, что я был сыт, но как будто с глаз упала пелена. В конце тоннеля, увидев свет, я вдруг почувствую, мне пора. Нас с тобой. Нельзя сказать, что я был верен, тут я больше совсем не так. Нельзя сказать, что я был богат, но здесь я потерял все, что имел. Нельзя сказать, что я был слеп, но как будто с глаз упала пелена. В конце тоннеля, увидев свет, я вдруг почувствовал, мне пора. Что это, милый друг? Неужели свобода? С тобой. Сейчас у нас барабанщик так хорошо играет, он даже это педали ломает. То палочки, то педали, то еще что-нибудь. Но
бывает, и струны рвутся, видать, от такой энергетики. Сейчас мы минуточку буквально подождем, сейчас принесет другую педаль, поставит, и будет, мы продолжим. Буквально, ну, песенка такая хорошая. Я думаю, что Маргулис, который ее придумал, она все-таки на все века. Понятно, что там это киты, это группа «Воскресенье». Вот и педаль пришла, вот уже сейчас буквально секундочку. Как хорошо, что есть запасная педаль. Просто сердце радуется. Ладно, хоть струны не рвутся. Ну что, Андрей, готов, да? Слава тебе, Господи, педаль появилась. Вора, пуст карман, он не молод и вечно пьян. Он на входе, не подходи, он уходит всегда один. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг. Всего два аккорда. Ну и в завершение хотелось спеть песню. Подождите, в завершение у нас еще в свете. А, еще у нас, точно. Конечно. Прошу прощения. Считать Давайте. Мне Евгений Михайлович, для вас поет еще одна наша солистка, Светлана Кучубаева. Песня называется «Я от тебя вдали». Я от тебя вдали.
звучит заключительная песня. Тут желали добра, хотели, чтобы год был у нас хорошим. Так вот, я вам скажу, что по мнению астрологов, характеристики года повторяют нрав животного, то есть меня. Кролик – существо мягкое, ласковое и нежное. Оно не способно нанести серьезного вреда. Год кролика сулит добро, романтику, общение и семейное счастье. Так пусть, дай бог, оно так у нас и будет. Ну, а если у вас будет плохое настроение, слушайте хорошую музыку. Она всегда выручит, поможет и настроит. Во мне, за то, что ты волнуешь кровь.
Спасибо. Дорогие наши зрители, большое вам спасибо за внимание, счастья вам, здоровья, удачи. И пусть у вас все будет хорошо. До свидания, до новых встреч. Спасибо, что пришли.